не переживай, смотрим. Опачки, кикли, скрылечку и рейса, оформим вообще отлично. И главное, чтобы все остальные переделали так же. И вроде бы как поймал, так сказать, волну, дальше за хвост. Два подпина напрямую полетели чисто, амбрелла отходы. Вообще, как будто сама залетела, как на магнитах. Самокат будто бы сам просился, чтобы ты просто ножки до него поставил. 15 секунд у тебя осталось. Брайтон Липа, я здесь, какая оказия произошла. Вторая ножка чуть-чуть не дотянулась. Подпин на вылет и целых 5 секунд запасе у тебя есть. Еще один брайтон Липа по пальчикам, мне кажется, неприятно попал. И сейчас самое время пойти и проверить как раз не сильно это ушибать, потому что отсюда казалось, что прям бутербродик очень неприятно.